во-первых, это еда. Тайваньцы очень ценят еду. Прям такой культ еды на острове. Привет! И сегодня я хочу поделиться с вами первым впечатлением о Тайване. Хочу рассказать и показать вещи, которые меня очень сильно удивили, когда я первый раз сюда прилетела. И первое – это таракан. Таракан тут огромного размера. Я когда увидела впервые, я думала, боже, что это за чудище, потому что это было размером в спичечную коробку. Конечно, я была в шоке, потому что в России тараканы длиной где-то 1 сантиметр, да? И еще. Российские тараканы ты можешь увидеть только в квартирах, а тайваньские тараканы, они на улице. И это не только тараканы, все насекомые на Тайване огромного размера, и чему способствует климат этой страны. Смотрите, какая огромная улитка рядом с моей рукой, она прям как моя ладонь. Это еда. Тайваньцы очень ценят еду. Прям такой культ еды на острове. И иногда вместо «как дела?» они могут спросить, кушал ли ты сегодня. И тайваньцы любят не только вкусно покушать, но и обсуждать эту еду, фотографировать, снимать видео. Кстати, очень много тайваньских блогеров снимают контент именно о еде. И да, тайваньцы любят покушать, я считаю, но девушки тут все равно все очень худые, что для меня до сих пор секрет, как это им удается. Третье. Безопасность. На Тайване очень безопасно. Ты можешь спокойно выйти ночью погулять, с тобой ничего не случится. Или потерять кошелек, сумку с документами. Обязательно тебе все вернут. Okay, guys, I'm gonna do an experiment on the street. I know someone has done this before. I'm gonna drop this wallet on the street. There's nothing inside. There's no money. There's no money, nothing inside. And I'll drop it on the street and then see if someone will return to me. Обожают стоять в очередях. Ну не то, что обожают, это как часть культуры уже, да? Мне кажется, это все-таки связано со вторым фактом, то, что культ еды, когда открывается новый ресторан, все хотят попробовать обязательно вот эту вот новую вкусную еду, и все готовы стоять в очередь. Длиннющие. 如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏链接，一起来投稿吧。И прям долго ждать, и ну, это их никак не останавливает. Новый магазинчик открылся, Cacao Friend, и вот эта вся очередь стоит туда, именно в этот магазин. Это тайфуны и землетрясения. Тайфуны летом обычное явление на Тайване. Когда надвигается слишком большой тайфун, закрывается предприятие, школы, всем говорят оставаться дома. Поэтому иногда приходится сидеть дома безвылазно 2 или 3 дня. Землетрясение тоже очень обычное явление здесь. Я помню мой первый год.
я с моими русскими друзьями. Мы сидели на седьмом этаже библиотеки, и начало немножко трясти, но мы так все испугались, начали все куда-то бежать, а тайваньцы за соседним столом как сидели, так и продолжали там сидеть, что-то обсуждать спокойно. В 2015 году мощный тайфун Судалор обрушился на Тайвань, и скорость ветра достигала 280 километров в час. И чтобы вы поняли, что это такое, я хочу вам показать вот эти два почтовых ящика. Представляете, насколько был сильный ветер, что он погнул ящики вот таким вот образом. Конечно же, почтовое отделение хотело их поменять сначала, но эти ящики благодаря интернету стали немножко, можно сказать, популярными, знаменитыми, потому что люди, которые проходили мимо, им казалось, что ящики очень мило выглядят, и стали фотографироваться на фоне этих ящиков. И в один день тут даже было такое столпотворение, люди стояли в очереди, чтобы сделать фотографию, и после этого почтовое отделение объявило, что они не будут менять данные ящики и оставит память этого мощного тайфуна Судалор. На этом все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Оставляйте комментарии, может, вы хотите узнать что-то конкретное о Тайване. Я постараюсь сделать видео об этом. Пока!